На конкурс дети читают стихи для лабиринта. Здравствуйте, меня зовут Владислав Кветный. Я учусь в школе номер 114 города Барнаула. Я хочу рассказать стихотворение Белозерова «День Победы». Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят.